свеклу отварить и добавить некоторых специй. Прежде всего можно добавить паприку. Паприки немного для остроты. Также добавим семена кориандра. Немного. Кориандр придает такой вот пряный вкус. Теперь добавляем молотый имбирь. Добавляем примерно 1 чайную ложку. Теперь добавляем 1 чайную ложку молотого сухой петрушки и молотого сухого укропа. Укроп даст пряный, приятный аромат. Можно добавить еще молотый чеснок, сушеный или свежий. И теперь добавляем растительное масло. На небольшую свеклу добавляем 2 столовые ложки масла. Я добавил кунжутное масло, потому что мне оно нравится. У него такой горьковатый привкус. Можно добавить растительное масло. Горчичное масло пряный аромат имеет. И также можно добавить кукурузное масло. Оно будет просто таким мягким вкусом обладать. И еще можно добавить обычное подсолнечное масло или оливковое. Оливковое тоже добавит немного пряности. Конечно, нужно будет посолить. Вот. И солить необходимо так, чтобы это было не очень сильно, немного соли, потому что свекла на самом деле сама сладкая, и поэтому мы немножко еще добавим сахара. Вообще в любые салаты, где есть свекла, лучше всего добавлять сахар, потому что тогда будет очень органичный и приятный вкус. Обязательно нужно добавлять и соль, и сахар. Мы все перемешали, и нужно дать минуту настояться, для того, чтобы сушеные ингредиенты стали мягкими и напитались маслом. Приятного аппетита!